Дорогой друг, ты, наверное, знаешь о том, что в России нет правового государства, и любой полицейский может просто так ворваться в твою жизнь. Чемпионат мира прекрасный. Показал, какими могут быть полицейские в России, но что будет, когда он закончится? Вывод и выход один. Нужно бороться за то, чтобы в России перестали фабриковать уголовные дела и арестовывать людей просто так. А чтобы это произошло, нужна еще такая штука под названием политическая конкуренция. Возможность для всех участвовать в жизни страны и избираться. Все это очень простые штуки. Но ты должен для себя решить, что именно ты можешь сделать, чтобы твоя Россия стала гораздо прекраснее. И еще вот что. Сегодня 11 лет со смерти поэта Пригова. А он вошел в русскую культуру циклом стихов про милиционера. Почитай про него. Ну, а нас же сейчас ждут на футболе, где нам надо рассказать всем про небесного милиционера и про милиционера земного, а также пару важных требований, которые ты увидишь в конце ролика. Кое-что про этих двух милиционеров еще написано тут ниже в описании. Ну, до встречи, дружок. Прекрасный, очень красивый, очень динамичный эпизод. Так, а что такое болельщики? Когда земной милиционер вступает в игру, мы требуем: 1. Освободить всех политических заключенных. 2. Не сажать за лайки. 3. Прекратить незаконные аресты на митингах. 4. Допустить политическую конкуренцию в стране. 5. Не фабриковать уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО. 6. Превратить земного милиционера в небесного милиционера.